Здравствуйте! Сегодня вам хочу рассказать еще об одном очень интересном сорте. Это сызранка. Обратите внимание, что плоды крупноплодные, и куст даже в условиях Сибири, сибирского региона, Кузбасс, хорошо очень завязывает плоды прямо до самого верха. Это очень огромный плюс для этого сорта. Немногие крупноплодные сорта способны так делать. Например, розовый мед и бычье сердце. Они обычно выдают первую кисть, вторую кисть и на этом заканчивают. Верхние кисти, как правило, больше не развиваются. А этот сорт выдает первую, вторую, третью, иногда даже четвертую кисть. Хорошо созревает. А плоды до 300-400 грамм, в среднем по 350 грамм. Вот тут кажется, как будто они маленькие, небольшие. На самом деле они довольно увесистые, красивые. Обратите внимание, что сорт не растрескивается. Он очень вкусный. При этом один из моих фаворитов тоже в этом сезоне из красненьких. Вкус у него такой томатный, но при этом сладенький, вкусный. Я рекомендую данный сорт. Я выбирала его у коллекционера. Когда выбираете у коллекционеров, обратите внимание, когда они выкладывают фотографии, насколько урожайные кусты. Ну вот я выбрала этот куст именно по фотографии и урожайности. Он меня не подвел. Видите, два куста в одну лунку, два томата в одну лунку. И одному из кустов я дала раздвоиться. Вот такая вот на трех стволов хорошая урожайность. Также я читала отзывы об этом сорте и говорили, что сызранские томаты растут только хорошо в Сызрани. Не знаю, как правильно город звучит, Сызрань. Но, тем не менее, знаете, этот сорт хорошо также вырос у нас в Сибири. Даже вот холодные ночи и сильные перепады температуры летом, плюс 45 в теплице ночью до нуля, очень... Ну, даже зависи не скинул, очень хорошо развивается. Сорт, обратите внимание, салатный, очень мясистый, очень вкусный, при этом не трескается. Ну, в общем, идеальный такой сорт, который я рекомендую обязательно вам попробовать. Я не знаю, продают ли томаты какие-то фирмы, агрофирмы, но вот у коллекционеров вполне можно купить этот сорт. Он достаточно урожайный и вкусный. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами Елена. Всем пока!